Машка-познавашка. Всем привет! Мы с вами находимся на железнодорожном вокзале. И сегодня у нас невероятная прогулка с поездами и паровозами. Да, ребята, сейчас мы посмотрим на самые разные виды поездов и проведем небольшую экскурсию. Ну вот мы и внутри. Мы не просто внутри поезда, мы внутри кабины машиниста. И перед нами находятся два огромных монитора, которые очень помогают в управлении поездом. С их помощью машинист наблюдает за дорогой и внутри, и снаружи. Это так интересно быть машинистом! Да, но это не только интересная, но еще и очень ответственная работа. Я знаю! В этой работе надо быть бдительным и внимательным, особенно на вокзалах и перекрестках. Ты права, умняшка. В этих местах самая большая вероятность аварий. О, смотрите! Похоже, эти паровозики хорошо знают правила. Да, умняшка. С такими машинистами приятно ездить. Ну вот, после небольшой остановки поезд продолжает свой путь. Но есть еще и другие перекрестки, на которых поездам не нужно останавливаться. Знаю, знаю! В таких местах останавливаются машинки! А поезда и паровозы, не уменьшая скорости, спокойно продолжают свой путь. И только тогда открывается шлагбаум, и машинкам можно проезжать! Да, умняшка, на таких перекрестках ответственность переходит к машинкам. И они должны очень хорошо это запомнить, чтобы не приключилось беды. Ну вот, еще один паровозик. И, похоже, никто из машинок не хочет нарушать. Конечно же, не хочет. Ты только представь, что с ними будет, если они попадут под поезд. Ты права, умняшка. Это очень опасно. И поэтому никто из машинок рисковать не хочет. Ну да, это точно. Хотя... Ты помнишь эту машинку? Да, я ее помню. Она решила нарушить правила. И сама же от этого пострадала. Ее историю запомнило много машинок. И они стараются так не поступать. Особенно осторожным нужно быть, когда темно или дождливо. Да, умняшка, ты права. В такую погоду очень плохая видимость. Поэтому надо быть очень аккуратным. Но зато, когда светло и хорошая погода, можно ездить и наслаждаться вот такой красотой. Очень красиво. И очень здорово, что мы можем этим любоваться. Это все благодаря поездам и паровозам, которые всегда рады нас покатать. Ну что ж, прогулка была интересной. А вот теперь мой сюрприз. Ой, что это? Похоже на старинный паровозик. Это самый первый паровоз в мире. Хм, а он ничего. Ай-яй, что с ним? Теперь перед нами следующая модель старинного паровоза. Невероятно! А вот еще один, уже посовременней. И похоже, сейчас он еще модернизируется. Да, ты права. И сейчас перед нами современная модель поезда. Хочу на нем прокатиться. Не надо спешить. Лучше садись в поезд будущего. И это незабываемо. До скорой встречи, ребята. Пока-пока.